Смотрите, какая красота! Слушайте, я 4 дня ничего не делала, не ходила, не ездила на велике. Мы ездили в поход, скоро выложу видео. И вот вчера опять начала. И выпало на 4 дня. Миша, сейчас подожди. Выпало на 4 дня, и такое ощущение... Я сюда пригоню. Можно. Такое ощущение, что я не делала ничего месяц. То есть сразу чувствуешь себя тяжелой. Сразу некомфортно себя ощущаешь. Я даже этого ощущения испугалась как-то. Поэтому вчера мы 10 тысяч ходили с Мишей. Сегодня, я уверена, у меня будет и 5 километров на велике. И более 10 тысяч шагов. В общем, все нормально. Взвесила вчера вес 134 900. Все хорошо. И вообще, я подумала, если я за лето скину 15 килограмм, это будет просто чудесно. Ну, то есть, вот первый месяц 5. В июле, дай бог, 5 скину. Все хорошо. Хочу себя чувствовать комфортно. Ой, как красиво, смотрите. Супер, как здорово. Мужчина фотографируется, что ли? Так что, знаете, делайте так, чтобы вам комфортно было, девчонки. Не надо себя заставлять, опять радуга. Заставлять, мучиться. Все, плюс-минус 100 грамм. Не надо. Я вот такая же была раньше. Сейчас изменила свое отношение и очень мне нравится. Так что гуляем, наслаждаемся. Все чудесно. Сам мемориал у нас реконструируется. Его ремонтируют уже полгода. Там Волга. Миш, ну иди! Здесь очень красивый закат. Гостиница «Венец». В прошлом году мы ходили в ресторанчик на последнем этаже. Кормят там вкусно, но в плачевном состоянии. Забыла, как он называется. Здесь очень много развлечений для детей. Это такие машинки. Кукуруза продают, мороженое. Это Ульяновский государственный педагогический университет. Люблю сюда приходить. Подойдем подальше и посмотрим на Волгу. О, какая песня! Если я сейчас ее здесь оставлю, мне тогда видео, наверное, заблокируют. YouTube же блокирует видео с музыкой. Классная песня. Все, Миша весь мокрый. Класс! О, супер! Классно! Детки совсем до трусиков разделись некоторые. И взрослые вон. О, всем хочется воду. Что я беру в Гулливере? Вот такой вот сэндвич с курицей мне очень нравится. Здесь 2 сэндвича, да, много хлеба, но с собой кушать ничего не взяли, поэтому я сейчас съем один кусочек, потом часа через 3 другой. С собой у нас водичка, очень много пьем. Классно, что у меня еще полотенце с пляжа. В общем, вот такой я беру. А вы такой любите? Стоит 69 рублей. Это новенькое. Построили вот такие площадки смотровые. А внизу парк Дружбы народов. Там тоже обновили все. И Волга. Красота. Мы туда хотели спуститься, но, наверное, в следующий раз уже устали. Миша, как всегда, плачет. Не знает уже, что хочет сам, потому что не спал в обед. Из-за этого. Куда? Нет, туда мы не пойдем. Идем дальше. Ехать я здесь не могу, потому что в гору тяжело.
Красота. А там да и как лабли. Вон там ветряки, на которые мы ездили. Каждый год сюда приходим. И каждый год не нарадуюсь. Почему-то такая пена. Здесь, видимо, добавили шампуни какого-то, потому что пахнет. Ах, красота. Так все ухожено. Леднички прекрасные. Смотрите, пришли на такой фонтан. Постоянно каждый год сюда приходим и не нарадуюсь. Так красиво. Сюда добавили, видимо, какую-то пену или, я не знаю, шампунь. Потому что очень классно пахнет. Смотрите, как красиво. Супер. Мы, кстати, заказали. Миша, осторожно упадешь. Заказали сегодня справки в бассейн. Точнее, я справку уже сделала. А Мише нужно будет завтра ехать сдать анализ. И будем ходить в бассейн плавать. Очень хочу, потому что на пляж не пойдешь из-за жары. Очень сильно жарко. Ну вот гуляем. Цены на мороженое. 80-40 грамм предлагается. 80-50 рублей. 40-100 рублей. Смотрите, какие интересные вкусы. Манго, малина, мята, сицилийская фисташка даже есть. Так они выглядят. И это молочный коктейль. А, или это для чего? Это просто сиропа. Ага. Мы играли весной в прошлом году. Андрей меня выиграл. Смотрите, какие... Они очень легкие. Можно прийти к компании поиграть. Такая зона у нас, где продают сувениры. Построили, наверное, год назад. Можно покушать. Шаурма. Шашлык. Давайте сувениры покажу. Это магниты в основном. Сейчас велосипед поставлю. Сейчас, секунду. Так, такие сувенирчики с Лениным, значки, колокольчики, отсвечивает, плохо видно, ой, по-моему, видно больше меня, а не сами сувениры. Брелоки. О, вот эти красивые. Мне понравились. С камнями. Все, Миша увидел какие-то машины. Да, продают еще игрушки. Целый день сегодня ноет. Невозможно просто. Постоянно что-то ему надо. Купить, купить, купить. Давайте покажу, какие сувенирчики можно приобрести в Ульяновске на Соборной площади. Это магниты. Значки,
с Ульяновском. Ну и какие-то брелоки, статуэточки, колокольчики. Вот эти мне брелоки понравились, я бы даже себе купила. Только, к сожалению, закрыто из-за карантина. Смотрите, симпатичные. Здесь раньше стояло два пианино, но их весной кто-то разрушил. Действительно, на них можно было играть в начале этих павильонов и в конце. И детки играли, радовались. А сейчас это все убрали. Так солнце красиво падает, да? Вода у меня стала уже кипяток. Здесь, конечно, цены так себе. Ну, скажем, бутылочка Фанты 0,5. 50 рублей стоит. Все, все, сейчас пойдем. Сейчас пойдем. Смотрите, как красиво падает солнышко. Хотела попросить Мишу меня сфотографировать, но, к сожалению, он не может это сделать. В общем, вот так вот. Красиво. Я очень загорела, очень красная вся, естественно. Но, надеюсь, теперь, когда купила я эту шляпку, не будет так у меня сильно загорать лицо. Я не мажу никаким кремом лицо. Но мне кажется, мне идет загар. Миша решил пончик попробовать. Я купила волжанку холодненькую из холодильника. 50 рублей. Я, говорит, обожаю пончики. Правда, их не пробовал никогда. Вот цены, посмотрите. А, нам его разогревают даже. Смотрите, еще. О, спасибо. Приятного аппетита. Такой пончик. Осторожно, здесь очень вкусная шаурма. Ну-ка, давай. Нет, смотри, вот так его едят. Берут. Бери вот так за эту. А, там еще внутри что-то. Вкусно? Как донат, да? Класс. Ну ладно, кушай. Какое впечатление? Классный? Вкусный? Нравится? Смотрите на него. Ты мой кроссовчик. Нет, сынок, я не хочу. Там, видимо, клубничный какой-то джем. Надо было. Кушай, кушай.